Здравствуйте. Вот сейчас иду к заливу. И мы уже в Питере, наверное, неделю, может и больше, мучимся, ходим вот по такому льду. Весь город во льду. Или песком засыпано, или офигенный лед. И просто не пройти. Вот сейчас иду опять к заливу. Вот и по льду. Вот тут выбираю, как пройти. И иду лечить опять себя. Все, уже нервная система опять перегружена. Сегодня стоит сильный туман. Туман. Не знаю, наверное, 19 декабря 2016 года. Вот такой стоит мощный туман. Залива не видно пока. И вот иду к заливу опять лечить себя, потому что уже все, просто уже нервы никуда. Они начинают просто вопить, потому что все идет в перегруз. Вот иду спасать себя к заливу. Но еще хотела вам рассказать, я тут обнаружила очень хороший рецепт себе. Это дубовая кора, ребятки, пользуйтесь ей. Она просто волшебная, эта кора. Значит, делаем ванну. Ну, я ленюсь, лучше, конечно, отвар, наверное. Но мне лень, я просто в мешочек положила дубовую кору и бросила в ванну. И я после этого, как будто я в сауне побыла. Такое идет и потоотделение. И жар такой супер-мупер, расслабление. И вот такой вот я высекла эффект от дубовой коры. Бесподобное лекарство. Всем рекомендую. И вы будете намного себя лучше чувствовать. Значит, вот теперь можно полоскать горло, нос. И даже вовнутрь его можно применять, это дубовая кора. Но у нее запах просто обалденный. Запах еще это привлекает. Так что расслабуха по полной программе. Так что рекомендую. Обязательно пользуйтесь этой дубовой корой. И для кожи лучше, и все. Вот такой вот я вам рассказала рассказ. Всего хорошего. До свидания. Пока-пока. Вас на моем канале. Всего наилучшего.